Значит, складная рулевая стойка, посадочное место, вот, диаметр. Вот. У нас тут имеет, еще раз меряю, вот. У нас имеет 29, ну 28,5, вот, видишь. Потом глубина посадочная, вот это на вилку. Вот я сейчас покажу вилку, самокат есть. Короче, посадочное место на трубу, на вот эту вилку. Вот сюда вот. Вот сюда. Глубина посадки. Даю размеры. Значит, глубина. Это до хрена, да? Сейчас. А, туда можно глубоко засадить. Короче, глубина вот где-то вот так. Короче, глубина 35, потому что там складное. Можно даже упереться туда. 35. На 28,5, да? Овал, вот овал трубы, вот от сих до сих, у нас сколько тут? 3-4, и вот этот овал, вот. О. У нас тут сколько? 28. Все? Значит, понятно, да? 28 на 35, и тут, и так, и там. А, еще длина. Длина самой трубы. Вот от края до края. Вот, 69.